Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні її гостею буде Наталія Петропавловська, голова громадської організації «Захистимо Одесу разом». Вітаю вас. Добрий день. Ну і сьогодні, скажімо, тема нашої програми – це палац моряків, це такий об'єкт, який теж підпадає, скажімо так, під захист, так, безпосередньо вашої організації, вас. Отже, давайте трошечки поринемо в історію з того моменту, коли ця будівля була приватизована. Ну, я даже хочу сказать, что это не просто памятник, это памятник национального значения. И был внесен он в реестр памятников еще в 1928 году, и был внесен именно как дворец моряков. То есть, надо сказать, вот я просто хочу сразу обратить внимание на вот такую манипуляцию, которая произошла вот сейчас с этим памятником. То есть, все здания в Одессе, понятно, за 250 лет истории претерпели определенные реконструкции, именно реконструкции, потому что вот если мы возьмем историю Дворца моряков, то изначально это дворец Шедловского, который был построен Бафо в 1829-30 годах. Потом он был приобретен Нарышкиной. Потом в 60-х годах он перешел в казначейство, и там располагался военком Одесского округа, ну вот тех времен. И дальше, значит, естественно, в течение всего этого времени здание претерпевало очень существенные изменения и реконструкции и так далее. Вот флигели, о которых сегодня у нас пойдет речь, боковые флигели, вот внутреннее здание, пространство дворца, было построено там в 60-х годах, вот, так предположительно, потому что документов сохранилось мало, к сожалению. Но я хочу обратить внимание, что когда это здание вносилось в реестр памятников, оно вносилось именно как дворец моряков, потому что с 1924 года там работает дворец моряков. И такая судьба, собственно говоря, у всех одесских зданий. Вот, например, здание Думы, да, которое мы сегодня знаем, это изначально там здание было Торричелли, построено это как биржа. И в 70-х годах, когда его уже приспосабливали под Думу, там очень значительные изменения произошли. Ну и так далее, понимаете? Поэтому особенно вот памятники начального периода Одессы, вот 1800 до 1850-х годов, конечно, они все потом реконструировались, кто-то надстраивался, кто-то перестраивался, потому что у нас строительный материал ракушняк, он недолговечный, и при смене собственников тоже происходили существенные изменения. Поэтому вот та мотивация, с которой выступила исследовательская контора, которая готовила номинационное досье по памятнику, вот в данном случае, в чем заключалась суть этого? Они доказывали, что первоначально дворец Нарышкина, вот работы Бафо, не имел вот этих боковых флигелей, и в результате вот длительного периода, значит, он был реконструирован, и что сохранению подлежит только фасадный вот этот флигель. И, в общем-то, мы были категорически не согласны, причем было проигнорировано очень много документов. Был проигнорирован реставрация дворца, которая послевоенная, потому что во время войны дворец был сильно пострадал, и фасадное здание очень сильно пострадало, и после войны была реставрация, причем очень качественная реставрация, там много сохранилось материалов, был проект, который Черноморнии делал, поэтому вот люди, которые сегодня готовили номинационное досье, проигнорировали вообще эти все документы. Уточнюю питання, вони його реставрували в тому вигляді, в якому він дворец був моряков, до да, того, до як войны, його зруйнували. Да, ніяких, да. Нічого нового туди вони не несли. Ні, це була реставрація. Ну, реставрація, звісно, от совєтського періоду і так далі, коли він функціонував як дворец моряков. І всі одесити його пам'ятають. І цінність він представляв уже як дворец моряков, а не первоначальне там здання. І от то, що організація, яка готувала Україні реставрацію, по-моєму, готувала номинационное досье, проигнорировала вот такой огромный период в истории дворца,
сказав, что не нашли документов. Понимаете, это, конечно, была явно заказная история. Значит, и на сегодняшний день что мы имеем? Я, во-первых, вот как член консультационного совета при областном управлении культуры, помню эти заседания. Мы несколько заседаний не давали обрезать этот памятник. И только вот перегнув через колено, назначив заседание на 10 утра и пригласив практически всех чиновников горсовета, которые туда не ходят, но входят в этот совет, вот только таким вот волевым решением это протолкнули это решение, и областной консультационный совет небольшим перевесом голосов поддержал, так сказать, вот предложение от собственников. Ну, собственно говоря, это предложение от собственников. Постоянно звучала вот мотивация, что нашелся наконец-то эффективный инвестор на памятник. Это у нас Radisson Hotels, которые, значит, построят отель на этом пространстве, сохранив фасадное здание как памятник. Но если вот даже взять, мы уже анализировали позже вот как бы историю этих отелей по миру, то они прекрасно как бы реставрируют старинные здания в Европе, размещают вот отели высокого класса, значит, пятизвездочные, размещают вот в старинных... Не сносят, а просто приспосабливают под свои нужды. И мы тоже выступали, мы даже обращались к самой этой фирме, понимаешь, с предложением бережно отнестись к памятнику и восстановить его, вот, приспособив под свои нужды, восстановить вот отель в том виде, в котором он сегодня есть. Но, к сожалению, вот, мнение общественности было проигнорировано. Мы обращались, вот я знаю, Сарафанюк там, и ребята, которые сделали, кстати, исследование, нашли документы, которые по реставрации дворца вот послевоенной, и передали в Министерство культуры, в экспертный совет, но это тоже все было проигнорировано, то есть этот вопрос продавили и внесли в государственный реестр сейчас вот памятник Шедловского Нарышкиной, именно в, вот, ну, как они рассматривают, в варианте 1829 года только фасадную часть. Ну, это то, что касается вот этой истории. Я хотела вже прийти до приватизації. Що обіцяв, ну, ті люди обіцяли, коли вони приватизували, що вони повинні були зробити? Ну, вообще, в далекому 2004 році. Да, от. Значить, я вам хочу сказати, що це, к сожалению, трагедія всіх наших пам'ятників. Теми или иными путями новые собственники, ну, конечно, через связи в органах власти, потому что по-другому это не сделаешь, приватизируют памятники. Ну, то есть приватизируют, выкупают как бы памятники. И обязательным условием является условие реставрации. Заключается охранный договор и так далее. И там есть сроки исполнения, объект охраны. Ну, а в данном случае, так как у нас это памятник национального значения, то объектом охраны был, конечно, весь комплекс дворца, потому что он так и был внесен. И вот спустя с 4-го года, да, спустя у нас 15 лет, вдруг возникает такая вот супер идея, что здание разрушается, вот оно в ужасном состоянии, и чтобы спасти хоть что-то, вот нам надо развалить все остальное, и внутри построить ни много ни мало 9 этажей, это только так по эскизному проекту. И, конечно, эти 9 этажей, мы это рассматривали на консультационном совете, эти 9 этажей торчат отовсюду, с какого бы люка так, мы на них так не смотрели, понимаешь, они торчат со всех сторон, а с морской панорамы они просто, вот, просто шикарно смотрятся, видно там в далеко. Лапках. Да. Более того, у нас зона Приморского бульвара – это охранная зона особого статуса. Там все здания памятники, вот по периметру. Внутрь туда попасть невозможно. Вот у меня один вопрос все время возникает. Через какие ворота они будут заносить кран и строительную технику? Потому что все ворота – это каретные проезды. Угу.
19 века. Значит, непосредственно к зданию, вот эти вот два флигеля, которые предполагается разрушить сейчас, да, на их месте построить, они непосредственно примыкают к 8 номеру, это левое циркульное здание. Левому циркульному зданию 190 лет. И там прямо вот зайдите во двор, вы увидите вот эту вот стену во дворе. Это как раз вот боковой флигель, правый боковой флигель дворца. То есть, ну, любому человеку понятно, что разрушив этот флигель, потянется за собой и циркульное здание и так далее, потому что, ну, это здание очень старое. Угу. И вообще у нас по закону есть охранные зоны памятников, понимаешь, и проводить такие работы в охранной зоне памятника нельзя. Ну и завести технику туда нельзя. То есть в этот двор можно попасть со стороны Екатерининская площадь 3. Это циркульное здание, боковой, ну вот двор. Со стороны самого дворца, опять-таки, это каретный проезд. И со стороны вот бывшего ТЮЗа, это Чайковский переулок, да. По-моему, 8. Но одесситы, наверное, помнят, что вот ТЮЗ прямо впритык стоит, и там не то, что строительная техника не заезжает. Там такой резкий поворот, что там большой джип даже не заезжает в этот, угу, двор. И вот у меня дальше, вот следующий вопрос. Если будут проводиться строительные работы, что планируют разрушить? Какой памятник? Вот следующее планируют разрушить, чтобы проводить там работу. Ну, разве що з вертольота? Ну, ми з гелікоптера це не буде робитися, це зрозуміло. Ну, як ви сказали, мабуть, буде якась комісія, яка скаже, щось там непридатне, аварійне, його знесуть для того, щоб, можливо, ця техніка туди потрапила. Ну, от, тобто у нас вот це рішення за собою влечет комплекс вот сьогодні навіть непрогнозируемих последствий, які можуть привести вообще к разрушению многих памятников на Приморском бульваре. А надо вспомнить ще, да, у нас є така тема Одеса-ЮНЕСКО. Угу. Да, ми пам'ятаємо Одесу-ЮНЕСКО, ми вот городская программа, по-моєму, лет 15 ее финансирует, эту Одесу ЮНЕСКО. Номинационного досье до сих пор нет, но вот что-то мы обсуждаем. И деньги из городского бюджета идут на это. Так вот, вот как раз комплекс Приморского бульвара, это единственное, что было как бы более-менее нетронуто, и можно было как бы номинировать, приведя в порядок, вложив, конечно, деньги города, именно вот комплекс Приморского бульвара, Потемкинская лестница, Воронцовский дворец, колоннада, как они сейчас, памятники или не памятники, я уже затрудняюсь сказать. Вот именно этот комплекс как бы мог, имел шанс на номинацию вот Одесса ЮНЕСКО. Но я так понимаю, что горсовет, наверное, отказался уже от этой идеи, и уже, наверное, никто в это не верит там, хотя продолжают тратить городские деньги. И просто решили уже вот с молотка пустить и Приморский бульвар, и все остальное. Тобто я розумію, що на сьогоднішній день, ну, це, ну, почались, скажімо так, як у нас кажуть, почались розмови, так, ми вже стикнулися з тим, що вже повернулися до того, що треба реконструювати Французький бульвар, і вже дано доручення малювати якісь ескізи, вже кажуть, що будуть вирубатися якісь дерева, щоб розширювати, будуть знімати брусчатку. А сьогодні, що от стосовно Палацу моряків, що ви можете сказати? Це вже реально? Чи це ще, скажімо, на стадії розмов? Ні, це абсолютно реально. Це більше, ніж реально. Тому що це стало реально з того моменту, як інвестиційна компанія почала робити номінаційне досьє і тратити на це гроші. Тобто це ж, в общем-то, все дорогостоящі процеси. Тобто було заказано номінаційне досьє, яке отримало, зняло статус пам'ятника з бокових флігелів, оставив розчистку, в собственно место под строительство. Сегодня следующий шаг, ну вот пару недель назад, да, был принят следующий шаг горсоветом, который разделил участки, оставив так сказать, за памятником только вот этот участок под двухэтажным зданием самого дворца фасадного. То есть что залишится от палацу? Ну вот фактически останется только фасадный как бы
вот этот вот дворец, который, то вопрос, понимаете, еще зная, как у нас проводят реставрацию, и насколько это, в общем-то, бесконтрольный процесс, вот вопрос вообще, что там останется. Вот. Но от дворца моряков не останется ничего. От дворца вот Нарышкина, ну, может быть, фасадное здание, сам фасад останется. Опять-таки, в перспективе там будет видна надстройка и пристройка и так далее. Поэтому... Ну, а ти, знаєте, таке, от я навіть не можу уявити, таке сусідство. Багатоповерхівки і оці старовинні фасади. Ну, я вам скажу, вот это место, честно говоря, не дает спать нашим горе-архитекторам уже давно. Я помню проект Глазырина на 10 этажей именно на этом месте. То есть вот почему-то именно памятник национального значения вот стоит камнем преткновения очень у многих вот одесских застройщиков. Почему нельзя оставить этот район в покое и действительно найти инвестора, который реставрирует и приспособит под свои нужды этот дворец, там очень много как бы вариантов применения этого пространства, понимаете? Вот это очень большой как бы вопрос. Конечно. Ну вот мы уже, вот вы сказали, так, было, повторюся, приватизовано в 2004 році, були якісь зобов'язання, нічого не було виконано, я так розумію. Це, ну, як у нас так, мабуть, це так прийнято, так, з одного боку, інвестор хоче приватизувати, давати якісь обіцянки, підписувати якісь папери, потім і відкладати в довгий ящик. Ну, і так розумію, якщо от сьогоднішня ситуація така, да, що це робилося, ну, можливо, заздалегідь, щоб пройде там якась кількість років, так, і це можна буде якось вигідно, ну, на цьому заробити гроші, так? У нас не працює законодавство, воно не контролює процес, коли від приватизації і до там, там вже якісь терміни там реконструкції чи чого ще. Ну вот у нас органы охраны памятников, это как раз держатели, это областное управление, они заключают договор, охранный договор. Вот они должны были бы контролировать этот процесс. Но, к сожалению, никто этим не занимается. Вот. А если занимаются, то точечно. В отношении там, каких-то конкретных заказчиков, но это не системная работа. А таких крупных, в общем-то, инвесторов, конечно, никто не трогает. И, собственно говоря, именно через областное управление тогда и протянули вопрос. Там был такой некий Стоянов, сейчас он в городское управление ушел, к Остапенко помогать в городе. Как бы. И он тогда протянул этот вопрос вот, именно через по снятию статуса, охранного статуса. Поэтому, к сожалению, у нас органы, чиновники, которым мы платим зарплату, и их основной функцией является именно охрана памятников, а охранные договора им, им дают... Вот сегодня вообще закон, честно говоря, который вот, вот последняя редакция по охране культурной спадщины, который был принят летом 2018 года, очень расширил полномочия, в общем-то, органов охраны культурного наследия. То есть за несоблюдение вот договоров, за порчу памятников, там колоссальные штрафы. Но эти органы должны работать, они должны выявлять, они должны подавать в суд. Там вплоть до расторжения договоров и так далее. Понимаете? То есть вот закон дает сегодня уже серьезные, так сказать, рычаги для... Более того, штрафы, которые... накладываются, там большие штрафы, должны идти в фонд местных органов власти по реставрации этих памятников. Ну, казалось бы, что еще нужно? Но я абсолютно не вижу никакой работы вот в этом плане. Каких-то мелких, кто там надстраивает мансарду там над своей квартирой, да, их, конечно, прибегут, их там будут щемить, и как-то они будут решать вопрос. А вот ну, таких, да, а вот таких вот серьезных, ну, вот даже далеко не надо ходить. Вот реставрация, если это можно назвать, побелка пассажа, да? Так. Это не реставрация. А на минуточку 17 миллионов долларов инвестиционных обязательств, понимаешь, по реставрации. Кто проконтролирует? Понимаете, когда идут бюджетные деньги на реставрацию, ну, их худо-бедно там через Прозоро, через что-то можно еще как-то проконтролировать, да, ну, условно говоря, можно там с чем-то сравнить. А это как бы обязательство инвестора. Значит, кто должен проконтролировать, на сколько денег реально было проведено вот это
это реставрация, извини за выражение. Побелка фасада, понимаешь? И все, и все. И эта реставрация, вот органы, ну, это областная, опять-таки, областное подчинение. Вот органы охраны культурного наследия выдали разрешение на проект ремонтных работ. Вот это проект ремонтных работ, это тот проект, который закроет обязательства по реставрации. Вот кто должен отвечать на эти вопросы, понимаете? То есть у нас это риторические такие вопросы. Ну, мабуть, кивают одне на одного, так? Да, да. Вот я вам хочу сказать, да, вот мы направляем, значит, во-первых, вот эта неразграниченность полномочий города и области, они постоянно пересылают вот этот как пинг-понг, понимаешь, от одного к другому. То есть, когда ты задаешь вопрос области, они говорят, это город, они говорят, нам не вмешиваться в это. Когда ты задаешь вопрос городу, они говорят, нет, это не наши полномочия, это области, вот вопрос к ним, понимаешь? И вот это не, но с другой стороны, там сидит армия людей, понимаешь, которые получают зарплату. И в результате у нас рушатся памятники, у нас выводятся, у нас на Приморском бульваре уже собираются строить высотное здание, понимаешь? И при этом ВОЗ и ныне там. Это очень печально, конечно. Это вот мы наблюдаем уже сколько времени, вот просто разрушение Одессы. Ну, я не знаю, замислюються люди, які, наприклад, там збираються там, в історичному центрі будувати, скажімо, багатоповерхівки, це сучасні технології. Ну, чи можна там це будувати? Чи не постраждають будинки, які поруч? Я так розумію, про це сьогодні вже ніхто не думає. Чи як там буде, ну, як там втулять цей будинок там? Ну, знаєте, коли ти дивишся, насамперед це така, знаєте, складається картинка, ну, з архітектурної точки зору, ну, дуже неприваблива. І таке враження, знаєте, от там люди питають, у вас що, нема архітектора? В місті, так? Ну, як можна от біля цього будинку там побудувати оцей, так? Воно ж якось так, ну, м'яко кажучи, не дуже гарно виглядає. І ще ми знаємо, що це ми лише говоримо сьогодні про Палац моряків, але ж ви ж прекрасно знаєте, скільки будинків, пам'ятників архітектурі приватизовані, комусь належать, і коли доходить до них час, і ми лише тоді вже всі починаємо знавати, що це був приватизований, були якісь зобов'язання, вони опять не виконані, опять комісія, аварійний стан, і вже планують багатоповерхівку. Знаєте, ну, на перспективу, скажімо так, ну, вже, ну, якщо от люди там кажуть, от є багато людей, наприклад, які б хотіли мати там квартири в центрі міста, приїжджати відпочивати, але якщо взяти взагалі всю ситуацію в Одесі, так, ви ж знаєте, і наші пляжі, і нашу там інфраструктуру, і про те, як сьогодні неможливо і важко проїхати до там Ганське плато Аркадія. Ну, таке враження, що у людей, знаєте, люди живуть сьогоднішнім днем. От що буде потім, їх вже не цікавить. Ну, а так оно и есть, понимаете? Ну, я неоднократно говорю о том, что у нас главного архитектора нет и градостроительной политики в городе нет. И вот, кстати, Гагаринское плато – яркий пример. Значит, до принятия зонинга в Одессе за год было принято 45 ДПТ, так называемых, детальных планов территории. То есть с этим спешили, вот просто… Летили, да? Да, да. Значит, а в чем была вообще фишка, так сказать, потому что зонинг, как бы, он дает общегородскую ситуацию, да, вот градостроительную, то есть там нормативы, там все, а вот эти вот ДПТ, они рассматривают детальные планы территории, они рассматривали участки по 2-4 гектара. Вот там какой-то собственник, там какой-то домик выкупил, значит, пошел в горсовет, там порешал вопросы, ему дали, значит, разрешение на землеотвод, и он на этом клочке, там 2-4 гектара, что-то начинает себе строить. Ну, повыше, понятное дело, понимаешь? При этом город –
этому не сопротивляется, потому что сопротивление преодолено на вопрос, на стадии решения вопросов, понимаешь? То есть градостроительной политики нет. И вот, вот это Гагаринское плато, вместо того, чтобы рассматривать целый вот этот микрорайон целиком, да, и решать, как бы, тогда инфраструктурные задачи надо было решать, социальные, там, дорожные, ну, все, школы, детские сады, как мы обычно говорим, там, поликлиники, там, ну, все, короче говоря, и транспортные развязки. Вместо этого его разбили, ну, штук на 10, наверное, вот маленьких клаптиков. Причем вот эти ДПТ, они рисовались так, что даже дорожка, которая там разграничивает эти ДПТ, не входила в рассмотрение ДПТ, до поребрика, так сказать. Угу. То есть ни транспортные развязки, ничего не решалось, и все время была ссылка, вот там 56-я школа, там еще какая-то, на советские школы, на советские поликлиники, а, еще и поликлиники так должны быть. Вот на все советское, которое там уже было переполнено давным-давно, потому что на них ссылались и та же Тенистая, которая застраивалась, и все остальное. И мы тогда криком кричали, понимаешь? А потом, когда принимали зонинг, то вот все вот это непотреб, так сказать, его включили и назвали временное несоответствие. Такого в законе нет. Но Одесса, вот Одесский горсовет, последние 5 лет идет по пути создания своего личного одесского законодательства. Понимаешь? Они вводят специальные термины, которых нет в законодательстве, как-то их обзывают, вводят и все. И считают, и они проголосовали горсоветом, все лапки подняли и все. И у нас вот мэр даже как-то сказал, что депутаты не обязательно должны следовать закону. Да, по-моему, была какая-то такая фраза его. Вот. Поэтому, ну, это правовой нигилизм, понимаете, который приводит к хаосу, конечно, понимаешь? И вот, вот эти вот последствия этих 45 ДПТ и плюс зонинг, который это еще узаконил вот этим временным несоответствием, мы будем пожинать еще вот долго, понимаете? И вот люди, которые сейчас с этим сталкиваются, которые, у которых перед носом просто, перед окнами вырастают какие-то многоэтажки, понимаешь? Они, конечно, возмущены, потому что, ну, это противоречит здравому смыслу. Но мы об этом говорили еще на стадии принятия вот этих вот решений, понимаете? И я помню вот этот градсовет как раз по вот этому Гагаринскому плато, когда я спрашивала, где у вас детские сады и школы? Покажите мне хоть одну там. И Мироненко, вот он там завсегдатый у нас корифей, он любитель вообще высоток на побережье и так далее. У него это мировоззрение такое. Он говорил, там будут жить богатые люди, они будут детей водить в школу, в город. Я говорю, а вы мне объясните, какие богатые люди будут жить, если там однокомнатные квартиры? Так. Вы нарезали эти дома на однокомнатные квартиры. Он говорит, так есть Киваловская ЦПШ там, понимаешь? Ну, вот это вот то, что строится на межрейсовой базе, вот это ЦПШ там, церковно-приходская школа. Вот он как бы, ну, так вот, для хохмы, понимаешь, они предлагали, що от можуть діти ходити ЦПШ. Ви знаєте, навіть якщо і багаті люди, і вони будуть кудись возити, але ж ми знаємо, що там не пройти, не проїхати сьогодні. Да. Ну, о каких богатых людях, я говорю, все дома порезаны на однокомнатные маленькие квартиры. Понимаете? В основном, основной там фонд – это одно-двухкомнатные квартиры. Они лучше продаются, понятно, но это же увеличивает и количество жителей, понимаете? Uh-huh. Поэтому, и вот сейчас, когда перекладывают ответственность на людей, почему они покупали, это не ответственность людей, понимаете? Uh-huh. Это ответственность, это градостроительная политика города. Это ответственность городских властей. Угу. Знаєте, наша програма вже майже добігла кінця, і таке питання, мені дуже подобається його саме вам задавати. Від чого сьогодні треба рятувати Одесу? Не, ну, я об этом давно говорю. Сегодня надо от этого горсовета, если горсовет останется в том же составе, то от Одессы не останется ничего, отсюда надо будет просто бежать, потому что это станет зоной экологического бедствия. Здесь просто будет опасно жить, вот и все. Поэтому если эта команда останется, то это будет катастрофа. Это и сейчас катастрофа, но это будет уже необратимая катастрофа. Дякую вам за то, что вы до нас пришли. Я нагадаю, что сегодня гостью программы
вами наодинці з усіма була Наталія Петропавловська, голова громадської організації «Захистимо Одесу разом». Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.